Более 1000 объектов культурного наследия Ингушетии поставлены на государственный кадастровый учет. Это башни, склепы, замки. Все данные внесены в реестр федерального имущества. Об этом сегодня говорили на заседании межведомственной комиссии по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства об объектах культурного наследия на территории Ингушетии. Глава региона поручил правительству республики создать рабочую группу по результатам работы по межеванию земельных участков под этими объектами. Кроме того, в ходе проведения археологических раскопок кургана в Экажеве рассказал научный сотрудник НИИ Чаха Ахриева Умалат Гадиев. Совместная археологическая экспедиция Института археологии РАН и археологического центра Крупного проводила исследование кургана 6-го могильника «Экажевские первые курганы». Протокольным поручением от 31 марта 2016 года номер 54 нам было рекомендовано завершить межевание земельных участков под этими объектами культурного наследия. Всего, согласно постановлению администрации Жайрамского района, под объектами культурного наследия 89 земельных участков. На сегодняшний день все работы по межеванию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет нами завершены. Все 100%. На сегодняшний день зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 895 объектов культурного наследия. В процессе регистрации права находится 167 объектов. Посмотрите, изучите это все. И сейчас запишите у себя, протокол включите. Вот то, что Роза сказала, в июне будет там все готово. Во-первых, посмотрите, что они делали, какое межевание сделано, к какому времени, когда это должно завершиться.